Помещение 80 метров квадратных в центре города. Это улица Горького на перекрестке с Мичурина. Вот у нас здесь такой большой зал, основной рабочий зал. Есть. Оно было использовано под общепит, поэтому здесь есть два туалета, как положено для посетителей, для персонала. Есть моечная для мытья посуды, тут устанавливались раковины. А так вообще по площади один большой зал торговый, около 60 метров. Первая линия вот прямо на улице. Вот это вход. И здесь еще кабинет небольшой, служебное помещение. Кабинет 14 метров.